Привет, меня зовут Майя. Сегодня мы закончим нашу тренировку таким упражнением на растяжку, как маятник на бочном тренажере. Покажу два варианта. Маятник назад-вперед и маятник вправо-влево. При первом варианте хорошо тянется трехголовая мышца, широчайшая мышца спины, большая грудная, малая круглая, большая круглая, подосная, подлопаточная, наружная косая мышца живота и межреберные мышцы. Для растяжки большой грудной мышцы лучше использовать второй вариант. Также там тянется хорошо передняя часть дельты и двуглавая мышца плеча. Существуют также и другие варианты выполнения этого упражнения, такие как маятник стоя и маятник на фитболе. Если у вас нет специальных ручек на кисти, можно использовать обычные ручки для МТБ, но тогда для этого должны быть у вас крепкие кисти. При первом варианте важно, чтобы колени были соединены вместе, а таз не отклонялся назад. Амплитуду нужно увеличивать постепенно, с каждым разом. При втором варианте важно мягко упасть вперед, не бояться этого, иначе можно повредить плечевые суставы. Данное упражнение нельзя выполнять при таких заболеваниях, как привычный вывих плеча, плечо-лопаточный периартрит и других заболеваниях, при котором повреждаются мышцы, связки, суставы. Если есть какие-то сомнения, лучше проконсультироваться с тренером по поводу выполнения этого упражнения.